Девочке на фото сейчас было бы уже 8 лет. Трагедия произошла в 2009-м. Ребенок выпал из окна с 5-го этажа, облокотившись на антимоскитную сетку. Вся семья тяжело переживает потерю до сих пор. Бабушка рассказывает, в тот день малышка буквально на миг осталась в комнате одна. Только сноха выбежала, нет ее, она летела с 5-го этажа, все ноги себе побила. Вот, значит, соседи выбежали, там была машина. Быстренько она ее взяла и на полевую больницу. Вот там она прожила 2 часа. Статистика подобных случаев ужасает. Год за годом, едва начинается теплый период, дети падают из распахнутых окон. Только в этом году в больницу имени Середавина поступили 19 малышей от 1,5 до 5 лет, которые выпали из окон. 2 из них привезли в начале июля с разницей в 20 минут. К счастью, все пострадавшие остались живы, но получили тяжелые травмы. Это черепно-мозговая травма, перелом костей таза, позвоночника. Грудная клетка повреждается, но также повреждение внутренних органов. Чаще всего это печень и сердце. Лечение достаточно длительное, занимает больше месяца и часто бывает инвалидизация. То есть дети бывают, становятся инвалидными. Врачи настоятельно рекомендуют не открывать окна, когда в комнате ребенок. Подвижный малыш может выпасть из окна буквально за секунду. Несчастных случаев с падением детей много по всей России. Участники социальных сетей даже запустили в защиту детей специальный флешмоб – напоминание взрослым. Ребенок в комнате – закрой окно. Марина Матвеевна, Валерия Макарова, Станислав Левин. События.